В этом году запланирован текущий ремонт дорог по улицам Студенческая, Магистральная и Луначарского. Сейчас уже ведутся подготовительные работы по улице Студенческая силами работников ДРСУ. И в субботу проводились подготовительные работы, это фрезерование по улице Магистральная. Там, конечно, объемы большие, поэтому там вместе с ДРСУ работало у нас предприятие «Луганский автодор». Асфальтовый завод в городе Андроцит сегодня только первый день заработал, поэтому мы сегодня ждем асфальт для выполнения текущего ремонта дороги по улице Студенческая. Силами ДРСУ проведены подготовительные работы для укладки асфальта по улице Студенческая. Вот. Было подготовлено на данный момент 530 квадратов. Вот. Сейчас ждем первую ходку, как говорится, в этом году асфальта, которую сейчас будем улаживать. Вот. Планируется на сегодня 16 тонн, вот, которые сейчас уложим. Ну и по мере работы завода будем стараться каждый день улаживать асфальт. Вот. Как будет поступать асфальт, мы думаем, планируем, чем быстрее закончим эту улицу, тем будет лучше. После Студенческой планируется Луначарская. Вот. Своими силами будем улаживать, имея технику, вот, каток наш есть, фреза есть у нас. Вот. Ну, асфальт разлаживать будем вручную. А по Магистральной планируем сделать ямочный ремонт подготовительный. Вот. 100 квадрат там планируется. Потом, после подготовки, уже будет улаживаться полностью то, что профрезеровали, то будем улаживать уже новые асфальт. Капитальный ремонт.